Всем привет, Дима. Ты что ты сейчас сказал? Всем привет. Ты начинаешь шикать. Дима. Иди. Всем привет, мы начинаем тему. Сегодня будем открывать цвета. Приветики, приветики. Сегодня у нас главный персонаж мультика Супер Вид, Супер Крылья. Это Джет. Самый главный помощник доставки посылки. Маленький детка. Вот такая вот упаковочка у нас. Вот такой вот Джет у нас в упаковочке. И герои мультика сзади. Сейчас я не дорезала его. Не его. А резиночка, которую он удержит. А вот и Джет. А вот и Джет. О, вот чего есть. А, он отличается от других самолетиков, да? Вот такой вот красивый красный самолетик, доставщик посылки Джет из очень хорошего мультика, доброго для детишек. Димочка, и переверни его в робота. Покажи, как у него ножки достаются. И вот что такое. Покажи, а ну-ка покажи. А, у него что-то там внутри было спрятано, да? А, у него туда ножки прячутся, наверное. Да, там посылка еще. Там его ставят рюкзачочек. Рюкзачочек с посылкой ставят, коробочку, да, с посылкой ставят? Mm-hmm. Все, ты превратила его в робота? Достал ручки, да, у робота? Да, еще Коля. Да, мы еще Коля открывали. Белла, дедушка Альберта. Вот такой вот у нас Джет. Вот такой вот прикольный, хорошенький такой. Такие игрушки очень хорошие. Они прям, они маленькие, такие удобные для ручек, да, для малышей. Да, и еще для взрослых. И для взрослых, да. Держи Джета. Покажем. Белла, который у нас уже был в предыдущем видео. Дедушка Альберт. И Поль. Вот они наши. И Джет. Да, у него вот так вот красиво сделано все. Самый главный и герой. Джет и его друзья. Ставим лайк и подписывайся на наш канал. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.